Президент Франции Эммануэль Макрон поделился в разделе «Стори» своего инстаграм-профиля видео со встречи с армянской общиной Франции, в ходе которой он отметил, что, согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие прилегающие районы считаются территориями Азербайджана. «Поэтому нельзя допускать вмешательства в дела суверенного государства без его желания», сказал он, обращаясь к представителям армянской общины. Вице-президент группы дружбы Франции-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер на своей странице Facebook также запостил данное видео. Наконец, последовало официальное признание главой государства того, о чем я говорил в течение нескольких недель. Нагорный Карабах – это действительно территория, признанная международным правом, частью Азербайджана. Запоздавшее выступление Эммануэля Макрона соответствует неизменной позиции французской дипломатии с момента голосования по резолюциям ООН по Карабаху, отметил французский парламентарий в своем посте. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин, комментируя вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха в эфире телеканала «Россия-1», заявил, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики.